не пройти границу иностранного государства можно по разным причинам. Возможно, раньше вы бывали в недружественной стране или у вас просто слишком распространенная фамилия. Мы представляем подборку ситуаций, которые могут существенно усложнить вам жизнь. История взаимоотношений некоторых стран настолько противоречива и драматична, что порой поездка в одну из них автоматически означает стоп-сигнал для другой. Таких вариантов довольно много. Например, у Израиля с некоторыми из своих бывших противников отношения натянутые, что может создать определенные проблемы в поездке в обе стороны. Например, если вы побывали в Ливане, готовьтесь к длительным беседам на границе. Но обычно все же пускают. Такая же история возможна, если перед Израилем вы побывали в Сирии, Ливии, Йемене и Иране. С другой стороны, в эти арабские государства с израильской отметкой точно не пустят. Правда, с недавних пор Израиль вместо штампа дает специальный талон, который нужно вложить в паспорт. Уехав оттуда, талон можно просто выкинуть и выезжать в арабские страны без проблем. Лучше лишний раз проследить за всеми манипуляциями с вашими документами. Девственно чистые страницы загранпаспорта также могут стать стоп-сигналом для иностранных государств. Основной причиной отказа во въезде он стать не может. Но если есть другие проблемы с документами, то отсутствие штампа в паспорте станет скорее отягчающим обстоятельством. Подозрительно популярная фамилия. Такой вариант кажется совсем уж из области фантастики. Однако прецеденты отказа из-за слишком распространенной фамилии тоже есть. Тут все просто. Если у вас распространенная фамилия, есть вероятность, что ваш полный тезка значится в черных списках на въезд у миграционных властей. И вас вполне могут принять за другого человека. Если при пересечении границы вас вызвали на беседу, держитесь уверенно и дружелюбно. На поставленные вопросы отвечайте четко и по сути. А если возникают проблемы с переводом, просите переводчика. Если дело серьезное, требуйте присутствия дипломата из своей страны.